выпустила АМИ в гавань. Оттуда удобнее защищать пещеру. Хорошо. Держись подальше от устройства. Как они смогут уничтожить две цели одним выстрелом? Да, да. Постой. Цели? То есть меня? Иди, ты же Рико Родригес. Не дай ему уничтожить АМИ. Мы его идем. Приближается военная техника, Рико! Да мы уже поняли. Давай к турели. Итак, у нас турель находится справа. Надо поспеть. Ну давайте, будем их всех бить. Колоти, 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 колоти. Шикарно. И опять десантные корабли. Десантные катера, наверное. Один потопили. Ну и теперь то же самое делаем со вторым. Все, что дальше? Приближаются десантные корабли. Опасность! Опасность! Из пулемета! Огонь! Приготовились. И огонь. Давай, топи, топи, топи! Вот и все. Блин. Рико, на разбитом корабле есть зенитная пушка. Ладно, понял. А вот и пушечка. Твою мать. Вот так. И еще повыше. Давай, скорее, 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 скорее. Потому что они уже рядом летят здесь. Надо их быстрее сбивать. Отлично, с другой стороны. Рико, они в грузовиках! Черт, один все-таки пролетел. Летим! Да чтоб тебя! Так, ну что же. Квасим, квасим всех по-быстрому. И последний. А, вон еще один на пляже остался. С ним тоже церемониться не будем. Устройство почти заряжено. Скоро можно будет стрелять. Это хорошо. Выведет из строя технику. Сдержит солдат. Обнаружены парашютисты. Пора повеселиться! Стремная машина, да? Показываем! И начинаем сбивать. Ну давай же. Остается последний. Так, вот здесь еще хлопчики. Еще солдаты, Рико. Ну давайте, показывайте. Ну, где подкрепление? Так, может быть, все-таки добить вот эту тачку. Я не знаю, что здесь требуется сделать, но определенно что-то требуется. Потому что без этого, судя по всему, мы не сможем продолжить с вами. Ну что ж, тогда давайте приземлимся. Не очень красиво получилось. А, там кто-то внутри сидит все-таки. Офигеть, вот это баг был. Так, Эми. Электромагнитный излучатель заряжен. Активировали. Успех. Заряжаю аккумуляторы повторно.
Теперь у нас есть время перегруппироваться. Пополни боеприпасы, Рико. Они вернутся, чтобы уничтожить ЭМИ. Ну что, опять у нас парашютисты. А, вон они. Рико! Парашютисты! Вижу! Блин, одного утопили. Ух! Что за жесть? Еще одна такая же. На. Отлично. Ну а теперь парашютисты. Давай, давай, давай. Вижу на радаре боевые катера. Опять что ли? Ну ладно. Полетели. Вертолеты на подходе. Они хотят уничтожить ЭМИ. Приближаются десантные корабли. Опасность. Ну чё с ЭМИ-то? Обнаружены бавариевые танки. Ого! Танки и вертолеты! Они явно серьезно настроены! Давай, включай! ЭМИ снова заряжен. У нас неплохо без них получается, а, Рико? Рико и другие снова в бою! Рико! Приближаются новые солдаты! Так, ты надо быстрее. Все, да блин! Самое веселое. Давай, заберись наверх. Так и знал, что вы не сможете удержаться. Слушайте, я не понимаю, что происходит. Проверить, что вот. ЭМИ работает. Странно, я почему-то не могу залезть внутрь. Ну ладно, тогда будем поступать попроще. Это наш вертолет уже. Ха-ха-ха, Аника! Добро пожаловать во Фригу и другие! Только чёрт не ревновать, Рико. Ты у нас тоже важен, просто... Я уже дважды спасла твою башку, Родригес. Спасибо, Аника. Да, устройство сработало. Марио. Она такая мужественная, мне нравится. Как Дировелл узнал, что мы здесь? Номерной экстрасенс. Нет, Шелдон. Шелдон экстрасенс? Марио, я ему не верю. Нам придется его использовать. Скажи Шелдону, что мы собираемся атаковать электростанцию. Отличная мысль. Да, ты забросишь наживку. Посмотрим, клюнет ли Дировелла. Послушай, Рико, по нашим данным, на электростанции стоит неэкранированный бавариевый реактор. Это крайне нестабильное устройство. Значит, надо этим воспользоваться. Что будет, если нарушить работу реактора? Ты сотрешь базу с лица земли. Хорошо. Марио, сказал Шелдону о наших планах, как мы договаривались? Ага, ты бы меня видел. Шелдон, Рико тут мне сказал, что мы атакуем электростанцию. Чтоб ты знал. Грасиас, компадре. Суперагент контрразведки Марио Фриго. Дировелла бросит на нас всю свою военную мощь. Когда мы отбросим солдат, я проникну на электростанцию. Точно по расписанию. Начинаем. Ну, наконец-то! Мы переходим в наступление! Мы идем в ва-банк, Рико. Покажи. Сейчас покажем. В аэропорту Порто-Кабо. Все, полетели. Так, подождите. А, вертушку сбили. Жалко, потому что я мог также ей воспользоваться. Ладно, постараемся найти где-нибудь еще один вертолет вражеский, чтобы его захватить. Пролетай. Все нормально.
Отлично. 2 километра еще. Аккуратно. Навряд ли сейчас получится найти где-нибудь... Офигели, что ли? Где-нибудь гражданский автомобиль, потому что везде идут боевые действия. И только военная техника здесь снует по дорогам. Мы почти долетели, друзья. 600 метров. Где-то уничтожили самолет даже. Прикольно. Мы по воздуху эвакуируем раненых из порта Каба, но ситуация накаляется. Защищай самолет, пока он не поднимется в воздух. Окей. Ну так чё? А, нет у меня ничего. Печально, ну что ж. Куда побежал? Так, вражеские силы, наши силы. Помогайте, помогайте. Это наши. А это не наши. Надо взять патрончики. Не смейте взрывать. Так, полетел самолет. Давай, лети, 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 лети. Отлично. Ну чё, самолет улетел. Сообщают, ох, бля, что нашим муха. Кораблям снабжения требуется помощь. Ты можешь их встретить? Полетели. Отлично. Ух, обалдеть. Можно так. Совершать ковровые бомбардировки. Так, что у нас тут? Ага, бой. Рико, корабли снабжения должны добраться до берега у меня ленты. Защищай их на пути к точке выгрузки. Окей. Поплыли, поплыли. А кто палит-то? Так, вон там точка выгрузки. Где вражеские, где не вражеские, пока непонятно. Это максимальная скорость, друзья. Здесь я уже ничего не могу поделать. А давайте попробуем. Так, это наш с полосками, этот не наш. Проблема в том, что еще раскачивается корабль. Вау! Эта система работает и по надводным целям, оказывается. Сейчас мы что-нибудь придумаем. А, это наша база. Погнали. Еще один. Еще вертолет. Так, это наш. Тормозим, 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 потому что... Опа! Все. Сбитый. Дальше. Вот сюда нам надо добраться. До этой точки. До повстанцев. Или еще что-то есть. Сейчас притормозим, посмотрим. Мы отключили. Да нет, все нормально. Накрывавший Кордо Дракон. Внутри есть 3 генератора. Уничтожь их. Доберитесь до входа на базу. Километр. Это рядом. Еще одна системка. Сейчас мы ее быстренько преодолеем.
Это наша. А я уж было хотел ей воспользоваться. То есть ее перепрограммировать, чтобы она уже уничтожала вражеские цели. Опять придется нырять, да? Ну, нырнул. Или подождите. Можно проплыть? Кто его знает? А, можно и плыть, можно не плыть. Короче, как хочешь. Я внутри, Дайма. Что теперь? Отключи турбину охлаждения, чтобы опустить осколочные щиты. Вот так. Обдурили всех нафиг. Нет патронов. Да, двигайся дальше, Рико. Показывай. С уничтожением турбины открылся предохранитель охлаждающего тоннеля. По нему ты попадешь в зал с генератором. Главное, чтобы хватило воздуха. Ну, я уверен, что хватит. Потому что прецедентов еще не было. Ой. Смотрите, заканчивается воздух, и все-таки мы, да, всплываем. Так, дальше куда? Сейчас, моментик, нам нужно, судя по всему, плыть дальше. Вот, добрались до второго зала. Смотрите, как круто. Да, тут зацепиться можно, а вот дальше почему-то не получается. Ладно, тогда можно взмыть на парашюте. Давайте смотреть. О, дружочек, иди сюда. Ну, пока ты очухаешься, мы уже здесь все активируем. А, вон оно что. Нифига, взяли, так просто появились. Крутыши. Точно? Иди-ка сюда. И не вставай. И не встанет. Остался один генератор. Ах ты! Чуть раньше. Вот так. 30 секунд. Уходи оттуда, Рико. Без генераторов в аварии